хотелось бы сказать о творчестве Олега Семеновых на фоне его выставки и поговорить о творчестве этого автора в отеле «Старый город» на выставке «В поисках пятого угла». Я считаю, что, да, как и все мы часто говорим, да, ищет пятый угол о человеке, который не знает, чем ему заняться. Однако здесь, наверное, я бы сфокусировала внимание на слове «поиск». Одно из ключевых отличий Олега, я считаю, это движение на его картинах. И все его картины, они, все его герои, его работ, эти антропоморфные фигурки, эти странные существа, человечки, они как будто бы что-то ищут. И если взять за, ну, представить себе, что они живые существа и что они куда-то движутся, то можно подумать, что у них есть какая-то цель. Чем привлекателен данный автор для меня? С творчеством Олега я знакома уже больше года. И когда я впервые его увидела, он меня так заинтриговал, потому что ничего не понятно. Очень ярко, очень весело, все куда-то шагают, все к чему-то стремятся, что-то ищут. Может, эти существа ищут друг друга, может, они ищут какой-то к нам подход. Это почерк, отличительная черта автора, вот этот стиль. И я считаю, что он говорит там о мастерстве, о технике изготовления, это вторично. Первично, прежде всего, мысль и цель. И, наверное, еще со времен авангарда это вышло на первый план. И произведение без внутреннего содержания, оно не может жить долгой жизнью. А здесь для меня вот эти работы, для меня они представляют собой большую загадку. И хорошо, что она никак не находит ответа. Вот я уже, наверное, на трех выставках Олега была. Но так я для себя ее и не решила. И я думаю, хорошо, что я не решила, потому что когда решишь, всегда теряешь интерес. В любой работе одной из самых главных целей, так как это живописная работа, так она будет висеть на стене, одной из главных ее целей – доставлять радость, и чтобы смотрящий на нее получал от этого удовольствие. И вот я стою перед новой работой Олега, которая называется «Мерцание». Вот эти зеленые
завихрение, и эти две танцующие фигурки, может это существо, может это просто пляска кисточки, она невероятно будоражит фантазию. И человек с хорошо развитой фантазией может найти здесь очень много чего. И она невероятно веселит. Самое главное, чтобы человеку было что сказать. Если человек ничего внутри не имеет, ему просто нечем будет выплеснуться. Мы Олега часто видим на выставках, он очень открыт, общается, отвечает на вопросы, он объединяет всех нас, любителей современного искусства, на своей страничке ВКонтакте, он все время делится своими впечатлениями, какими-то новыми находками. Однако, несмотря на всю свою открытость, Олег фигура очень закрытая. И остается для нас непонятным. Непонятна его музыка, которую он сочиняет, странные его строки, которые он складывает в стихи, и такая же непонятная его живопись. Но она очень привлекательна. Очень привлекательна своим... Может быть, по-детски наивно. Что творится в его голове? И все время, приходя на выставку, хочется посмотреть, что же он выдумал на этот раз.